Вот такие вот у нас игрушки. С самого начала надо было снимать, но кто ожидал, что Боня засунет цепь в блин? Она, видите, разложила блинов здесь внизу. Кстати, мне сейчас чуть по голове не досталось. Очень опасная съемка, между прочим. Пожалуйста, поставьте лайк, оцените мои старания. Вот, так она вот, вот примерно так же повисла и в обратном направлении. Вот туда резко и быстро поднялась. Без каких-либо вообще сложностей и проблем. Смотрите, смотрите. Все. Какая молодец. Кто будет ковер поправлять? Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Сломай сейчас. Иди сюда. Сейчас и мама придет, и мне надает, и тебе надают. Надо тебе 25 килограмм повесить. Новая игра. Кстати, раньше она так не делала. Вот. Занимайтесь спортом, друзья. Занимайтесь, тренируйтесь, развивайте, да, себя. Влад, слабо повторить? Потянуть? Ну да. Боня. Все, мама вышла. Сейчас нас мама отругает. Бонь, а давай мы тебе 20 килограмм попробуем повесить. Ай? Она услышала сразу, видите? И цепь вынула. Сама придумала, никто ей не показывал. Сама организовала. Все, не получилось. А что у тебя блин там остался? Вон, иди забирай. Иди, иди забирай, давай, за блином. Ай. Дубль номер два. Получится или не получится, а? Влад показывает, подсказывает. Получилось. Почти. Почти. Так. Попытка номер три. Ай, не той стороной. Ну, блинчик-то неси сюда, Бонни. Блинчик-то у тебя там остался. Давай, давай его сюда, давай. Ой, 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 ты пошла. Давай я тебе помогу. Смотри. Это мы сюда положим. Давай не будем сильно усложнять задачу. Одной рукой это тоже неудобно. Вот. Делаем так. Наверное, так все-таки удобнее будет. Да, друзья. Мне тоже нелегко приходится. Вот, Боня смотрит внимательно, что происходит. А происходит непонятно что. С одной рукой, я вам скажу, это не очень такая история удобная. Ну, на, держи. Ай, да, это не 5 килограмм. Посложнее будет. О, Настя пришла. Боня, 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 стой. Все, здесь точно. Наши, как говорится, сейчас игры закончатся. У нас сок слетел. Ну, конечно. Давай, затягивай. Еще. Молодец. Сейчас мама нам точно банок надает. Ой, надает нам банок с тобой. Пойдем. Держи, пошли. Держи крепко, держи. Пым, пым, пым. Игры шимпанзе. Настя, ты заходи сюда. Сквозняк получается. Каждый раз призываю, друзья, покупайте домой обезьян. Покупайте шимпанзе. Очень интересно. Прекрасно. Дома будет весело.
такого опыта вы никогда ни с кем не сможете получить. Только вот с такой очаровательной бабой из Яныч. С великолепным. Опа. Очень изобретательное животное. Столько всего они могут интересного сделать, необычного. Каждый раз сам удивляешься, что возможно такое даже. Я, кстати, не удивлюсь, если она ковер засунет в это отверстие. Вот. И ковер будет внутри. Чего у нас только нет. Влад, смотри, все. Твой выход, Влад. Влад уборкой начал заниматься, она ему говорит. Влад, давай-ка, удели мне внимание. Раз, раз, раз. Ну вот чем не спортсмен? Нет, ты давай, бей тогда уже. Давай, давай, Бонь, давай. Банюша, давай, показывай, как надо. Сейчас нацеплю тебя. Чуть. Еще. Давай, оп, оп. И. Давай, 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 давай. Не ленись. Молодец. Она, знаете что, она привыкла, что Влад бегает и наоборот ей по кулаку вот так вот этой лапой бьет. Обленилась. В общем, она дрессирует Влада, дрессирует Тома, меня дрессирует. Вот они наоборот. А мы стратегию поменяли. Она сейчас такая, смотрите. Бывают люди гипнотизируют людей, а тут шимпанзе гипнотизирует Влада. Варвара! Варвара! Любопытной Варваре на базаре нос оторвали. Влад, как ты думаешь, поднимется она с 10 килограммами? Я думаю, легко. На турник. 10 килограмм вообще. Ничего, я думаю, 20 килограммами. Так, ну-ка! Дуй сюда. Где? Иди, иди, иди. Нам вот принесли вкусняшки. Давайте будем кушать. Ну что, друзья, мы закругляемся. У нас сейчас очень важный процесс питательный. Заходите к нам почаще. У нас, я думаю, сейчас много разных роликов будет интересных. Все будет такое прикольное. Будем показывать, чем занимаемся чаще. Всем хорошего настроения и до скорой встречи в следующих видео. С наступающим всех Новым годом. Или с Новым годом уже. Надеюсь, что видео выйдет до Нового года. Всем пока.